Привет, друзья! Это мое новое видео. И в нем я хочу вам показать свой полноценный рабочий день. Здесь, в Стамбуле, в Турции. Кто за мной уже давно следит, наверняка помнит. Я снимала такое видео из Китая в прошлом своем сезоне. Показывала, как проходит наш полноценный рабочий день. Отдых, тренировки, что мы кушаем. Так вот, хочу повторить здесь, сейчас, находясь в команде Галатасарай. Сейчас у нас утро, уже 9 часов утра, мы немножко с Федором запозднились. Обычно мы встаем немного раньше, но тренировка у нас в 11, мы все успеваем, поэтому сейчас приглашаю вас с нами позавтракать. Федор, доброе утро. Доброе утро, Таня. Водичку делаю. С лимоном. Лимоном и с медом. Каждое утро мукер. Из-за этого мы такие красивые, стройные. Не всегда, конечно. Иногда у кого-нибудь. Что-то вылазит, да? Да, вот у меня обруч в Турции вырос немножечко. Но... Обруч это вот здесь, не, да? Не надо. Что трогать. Там у меня нет ничего. У меня там одни кубики. Кубики? Вокруг. Вот так. Одни кубы вокруг. Да. Отлично. Тебе с медом или нет? Да, мне с медом, Федор, спасибо. Отлично. Меняется свет местами. Он делал водичку с лимоном, а я готовлю просто шеф-повар настоящий завтрак. Наше блюдо готово на завтрак. Ну, просто мишленовский ресторан, я считаю. Яблоки, хурма и банан каждому. Кушаем мы просто, особенно на завтрак. В течение дня такого сказать о нас не могу. Но тоже стараемся принимать такую легкую, здоровую пищу. Но в Турции, кстати, это нелегко соблюдать. Поэтому, как Федор сказал, обруч растет, но мы с этим активно боремся. Еще я каждый день должна, ну, вынуждена соблюдать определенную рутину, связанную... Это рутина с моим коленом, с моей травмой. И Федор помогает мне наклеить кинезио. Все, наверное, видели, что спортсмены играют с таким пластырем. Так вот, у меня колено без кинезио пока не функционирует полноценно. Я надеюсь, что когда-то я уйду от этой рутины. Ну а сейчас это происходит перед каждой тренировкой и входит в мой общий режим. Я, кстати, тебе помогаю, Федь. Само собой. Куда бы ты без меня? Ну, а ты без меня. Все ведь на мне держится все равно. Согласна. Все, мы поехали на тренировку. Сейчас идем на паркинг. Как только ты выходишь из помещения, ты должен надеть маску в курсе. Здесь строго с этим люди переживают. Ну и мы стараемся, конечно же, соблюдать. Хотя вот Федор у нас переболел. Я, слава богу, держусь. Да? Да. Что еще вам рассказать? В Турции строго. В Турции очень строгие правила карантина. И я думаю, что этому посвящу сейчас отдельный кусочек видео. Потому что это не очень необычно. А вообще, на чем хочу сделать акцент? Товарищи, так-то вообще-то декабрь, а Федор в шортах. Потому что на улице плюс 16. Вчера, по крайней мере, было. Сегодня, я думаю, что неизменно. Кстати, у нас реклама массажного салона. И девушка тут на фото просто вылитая, наша Либера Гизем. Я отправила уже фотографию эту в группу к нам, в командную группу в WhatsApp. И мы все посмеялись, что это реально наша Гиземка. Так, вот наша машина. Кладем вещи и выезжаем на работу. Привет.
Я вам не рассказала самое главное, это наше расписание. Сегодня у нас две тренировки. Обычно с утра бывает фитнес, после волейбол, а вечером просто волейбольная тренировка. Сегодня у нас чисто две волейбольных тренировки, утром и вечером. Первая начинается в 11, вторая в 6 вечера. Так вот сейчас мы с утра, скорее всего, как обычно это проходит, с утра у нас будет техническая работа, будем отрабатывать какие-то индивидуальные элементы. А вечерняя тренировка будет посвящена уже игровым действиям, игровому взаимодействию. 6 на 6 обычно. И в таком ключе это все проходит. Пойдем, Федор, поработаем. Пойдем, сейчас посмотрим, как мы поработаем. В зал сегодня я приехал довольно-таки рано, и у меня есть шанс показать вам нашу раздевалку. В этом зале тренируется мужская и женская команда Галатасарая. И вот наша раздевалка. Сейчас она выглядит довольно-таки пусто, потому что из-за вируса мы должны постоянно забирать все вещи с собой. Ну, мы немножко оставляем полотенце, там какие-то кофты, потому что это все постоянно обрабатывается. Сижу я вот здесь, мой шкафчик открыт, вверху мои кроссовки, полотенце, рюкзак. Ну, больше всего мне нравится эта фотка и эта надпись, что, внимание, в этой раздевалке все, у всех направлен фокус в одно место и в одно время. И вот такая классная фотка. Тут у нас стоит гиземка. Видимо, ей какой-то фанат подарил. И гизем у нас везде. Наша звезда. Вот здесь у нас дальше душ, туалет. Выглядит это вот так. Здесь душевые кабины. Здесь у нас туалет. Ну, а здесь я. Кнайда! I think all my followers wait you. Of course. Now they saw me. Эргюлька, привет. Рядом с нашей раздевалкой находится медицинская комната. Гюнайден. Я работаю наш доктор, массажист Мурат и Динчер. Hello. Hello. Наша Илькин. Работает над своим плечом, готовит его к тренировке. Пластырь, крема, аппараты, салфеточки, таблеточки. Целая фармакологическая клиника. Мужская команда работает перед нами. Покажу вам такую супер волейбольную машину, которая подает разные виды подач. Я думаю, многие ее знают, видели. Можно подать силовую, можно планер, разная сила, скорость мяча. Вот мужская команда сейчас заканчивает тренировку. Это два либера, я так понимаю. И они работают. Федор, не скучаешь? Нет. Сам не хочешь? Ну, попринимать пойти можешь, нет? Вон. Не, мастерам не надо это. Пусть тренируются те, кто не умеет играть. О, наша Нилай со своим сыночком пришла. Эй, Атлас! Hello! Not your Denise, it's not yours. Yes, it's mine. It's ready. Это сын нашей пасущей Нилай, а это наш гид Денис. Атлас! Мераба! Юнайден! Юнайден! Hello! Good! А вот и Нилюша со своим мужем. He didn't want to leave me, so I said, okay, let's go together. So today he's gonna practice with us. Perfect. Some reception. Perfect. Sign, please. No. You will sign. You must sign. You pressure me every time.
number 14. I will do Koshe. But this is so ugly sign. Ugly? Look at my sign. Where is Gizem Kerbacha Burdubra? It's writing, this is for doctor. Name is Hakan. Hakan. Teşekkürler Hakan. I hope you will like it. Of course, because you signed. Of course. Let's see. What's your jersey, Gizem? Başkan. Başkan. You see? Your husband said Başkan, please. This sorry, only Başkan. I can see. Sorry, Başkan. Доброе утро, Алюша. Доброе утро. Новости приехали тебя снимать. Да. Я уже отвыкла. Наша российский, но отвыкла. Я вернулась. Не приближай так близко. Я вернулась. My baby. Но everybody said my baby. Annesi. This baby, yes. Show you. Only 1 minute. Koşa ne yapıyor? Koşa, koşa'ya bir merhaba der misin? Siyale. Merhaba. Merhaba. Güldeniz, you're very professional athlete. Not more than you, canım. Ah. Of course, always. Hey, ball or rollers. Attention. Next game, I can play attacker. Oh yeah, a lot of pressure for me from you, Gizi. You me opposite. She can play libero. No, Ale can play libero. Ade, let's start to practice. Pow. Все, мы идем в раздевалку, мыться, переодеваться и уже поедем дальше по делам. Ну-ка, Федор, покажи, как ты красиво бегаешь. Somebody naked, а? Not naked, Чала. Айди, you can make my content. Руху! Дарья, you? What? Maybe you help me. I can't do this. Gizem can do this. Okay, I will ask you. Эта погода требует отдельного упоминания о ней в видео. Просто посмотрите. Солнце. Честно, такое ощущение, что весна, но даже лето. Очень тепло. О, здесь я даже поехали. Не увидела тебя. Поехали, поехали. Сейчас посмотрели в машине, сколько градусов. 20 градусов на улице. Декабрь. Сегодня 10 декабря. С Новым годом, Федор, с наступающим тебя. Спасибо. Дедушка Мороз нам с тобой подарочек такой, да? Подогнал. Да, здесь классно. Здесь правда классно. И вот как можно жизни не наслаждаться и не быть в хорошем настроении, когда у тебя светит солнце, ты играешь в суперкоманде, у тебя созданы все условия.
просто кайф. Господи, спасибо. А сейчас расскажу вам секрет, куда мы едем. В это время в Стамбуле проходит этап Лиги Чемпионов, где принимают участие две наши российские команды. Это «Локомотив» из Калининграда и «Динамо» Москва. Сегодня последний заключительный игровой день. Сегодня вечером и завтра команды уедут по своим городам. Ну а мы, пользуясь случаем, хотим увидеться с девчонками и передать для них пахлаву. Купили пахлаву для тех, с кем общаюсь, для тех, кто заказал. Пахлава вкусная, потрясающая, конечно, хочется порадовать своих подружек. Сейчас еду к ним и как раз покажу вам и девчонок, и что-нибудь поспрашиваю, как им Стамбул, как вообще игры проходят. Федь, чуть-чуть пахлавы, да? Да, чуть-чуть. А у тебя попа не слипнется? Нет, это же не мое. Юль, ну показывай свои хоромы. Как живет Калининград? Показывай, какая-то свинюшка. Пожалуйста. Смотри, смотри, смотри. Таня, пожалуйста. Таня, я только мандаринки, Таня. Мамочки мои. Таня. Юлька, ты из Турции торговать поедешь дальше? Таня. У меня только мандаринки есть и все. Я вот как могу, видишь, одной. Он, кстати, так уже. Ну, красота. Юль, объясни, пожалуйста, откуда мандарины? Елёк, откуда ты мандарины любишь? Это со столов. Там бесплатно ведь дают. А у вас тоже недорого. Там ведь бесплатно, ё-моё. Сделай мне контентика, Елёк. О, красота, все. Можно еще турецкий флаг снять со мной? Турецкий флаг? Смотри, он сейчас хорошо. Красиво, Елёк. Ты скажи пожелания всем. Давай, Елёк, расскажи про Стамбул, потому что в таком месте. Жалко, как тебе что здесь? Стамбул я, конечно, не видела давно уже, с прошлого лета. Но здесь хорошо. Плюс 20 сегодня, Елёк. Да, воздух здесь приятный, чистый. Не то, что у нас. А играется как? Женихов много. Ба! Женихов много, говоришь. Да. Класс. Так ну, мы ни одного еще не видели жениха, так, да? Ладно, про женихов подожди, давай про волейбол. Елёк, расскажи что-нибудь. Ну, какой настрой во сне, последняя игра против немецкой команды. Настрой боевой, как всегда. Калининград может, и Локомотив может, поэтому сегодня и посмотрим. Давайте, давайте, давайте. Мы за вас болеем. Не только шиша скребет. Опа! Привет! Привет! Я не... Хочешь? Поцелую. И вновь друг друга. Натуля, ты меня пахлаву заказывала, а то я забыла. Привет! Привет! Как хорошо! Ты что, у тебя опять разнесло? Наташка самый толстый игрок Суперлиги просто. Просто балерина отечественного волейбола. Все, пока-пока. Я вас люблю. Картина повторяется. Мы с Федором выезжаем на вторую тренировку. Кладем вещи. Держи. И в 6 часов у нас сегодня начинается вечерняя работа. Федор опять в шортах. Все-таки декабрь. Пока мы в дороге, едем на вторую тренировку, хочу вам рассказать про меры, связанные с карантином, и правила, которые сейчас существуют в Турции. Они существуют для всех регионов этой страны. В будние дни мы должны быть до 9 вечера уже дома. То есть в 9 это крайний срок, все люди сидят по своим домам. И утром, по-моему, с 5 утра ты можешь выходить на улицу. В выходные дни, субботы и воскресенье, ты не можешь выходить из дома. Ты даже в магазин, все магазины закрыты. Доставка, я не знаю, по-моему, до 5 часов вечера работает. Так что заранее люди готовятся, заранее покупают продукты и как-то организовывают свою жизнь. Плюс все рестораны, бары, кафе, все тоже закрыто, вообще не работает. Работают только на доставку, только на вынос.
И исходя из этого, из нашего режима, из того, что вот мы, допустим, все день не так часто готовим из-за нехватки времени и предпочитали быстро куда-то заехать, сейчас таких мест становится все меньше. И жизнь в этом году диктует свои правила, и не всегда они простые, но мы адаптируемся. Ты смотришь игру? С Локомотив со Штутгартом играет. Какой счет? 15-13, первая партия. Кто ведет? Сейчас Калининград. Отлично. Смотрите, что происходит. Перед нами тренировалась мужская команда. И вот у нас дядечка вытирает все мячи после парней. Протирает их специальным раствором, антисептиком, для того, чтобы нас обезопасить. И так каждый мяч. А молодые уже начали... Без разминки! Где мои годы, когда я могла без разминки? Все, я пошла тянуться, готовить себя к тренировке. И надеюсь, на вечерней удастся поснимать что-то интересное. Наваш. И... Ю? Банды. Бенды? Банда. Банда. Банды. Неманев. Аскале. Алину. Банда чоки имали, ты шакюра дали. Видишь, как он стоит? Your Turkish, perfect. Але, you too. Але, this is your... First year. 40 year or 50 years? First, just you know, first month. After 5 years, still she cannot speak Turkish. You don't need, Але. Everybody understand you. You just look. So we understand, actually. Only this year, little bit different than the other year, because this year Ale talked too much. After she arrived? Yes, after you. After me, Ale started yes, to speak? Yes, Ale started to speak. And more relaxed, bravo, Alushka. Yes, but before that... I was so lonely. Yes, she feels so lonely. With you, impossible to feel so lonely. I think so, but she is the first. Who feel like this, yes. Okay, now everything is changed. Yes, because thanks to you. Thank you very much. Yeah, so happy. And who is Bashkan here? Instead of me. Олеся получила ID. Наконец-то, спустя 4 месяца. Браво. Мультипаспорт. Да, я объясню, что такое ID. ID – это турецкий вид на жительство. Правильно, вид на жительство? Качественная, смотри, какая. На качество. Айфон, на 12-й айфон фоткали, наверное. Браво, Олеся, congratulations. Tomorrow. Спасибо. Your birthday. Да, мой подарок. И твой подарок. Все, мы начинаем. Тренер пишет все упражнения на сегодняшнюю тренировку. План. YouTube. Tanya gelecek, sıçacak. Buna atak yapacak. Bu top buraya sekecek. Gülde karşılayacak. Kendi atak, kendi karşılığını oraya atak yapacak. Alev, Beren, Selin, Ergül, Sezen. Liberolar bu taraftan. Tamam. Seken topu liberolar. We have to work with sen falan söz. Eran Kuran. 1-2-3 Simbombo. We'll be right back.
нас закончилась вечерняя тренировка. Мы помылись, переоделись и поехали домой. Уже темно на улице. Уже у нас половина девятого вечера. Покажу вам красивый наш район. Спешили домой, чтобы успеть на матч Лиги Чемпионов. Москва, московская «Динамо» играет против турецкого клуба «Экзачебаши». Так как мы приехали после тренировки поздно, уже 10 час, кушать мы с ним с Федором решили не готовить, сделать себе разгрузочный день после пахлавы. Если честно, было очень тяжело, поэтому не зря говорят. Правильное питание, легкое питание, оно самое полезное и продуктивное для нашего организма. Наш день приблизился к концу. Сейчас займемся своими привычными делами, будем отдыхать. Я буду читать книгу и хотела с вами поделиться. Сейчас читаю вот эту книгу. Зулейха открывает глаза. И хочу сказать, что под большим впечатлением, не могу оторваться. И этот вечер проведу также за чтением этой невероятной истории. А вам хочу сказать спасибо большое, что были с нами, что были с моей командой. И надеюсь, что вам удалось посмотреть у меня что-то интересное. Стараюсь для вас. Передаю вам привет из Стамбула, из Турции. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте свои комментарии, лайки. А я вам посылаю большой и теплый привет. Увидимся где-то еще. Пока!